Всем привет, дорогие друзья, с вами Докерс, это DayZ Standalone, я продолжаю выживать в Чернорусии. Вот обзор новой церкви, так сказать. Ну, точнее, уже не новая, она была в патче 0.53 добавлена. Но дошел я до сюда только в патче 0.54. Давайте посмотрим, что тут есть. Так, машина. Пойдемте посмотрим, что в ней. Сапоги. О, оружие какое-то. Муха. Куда выскочил? Ты чё? Вот. Что? А, спот нафиг. Так. Давайте побегаем вокруг, посмотрим, что здесь есть. Двери можно открывать? Нет, нельзя. Ну, в общем, в принципе, ничего тут, мне кажется, интересного мы не найдем. Вот такое вот кладбище. Так. Такое оно небольшое, но все же. Ну, в общем, вот такие вот дела. Раньше в болотах здесь находились казармы, а сейчас здесь вот что. Одни руины. Ну да. Везде руины. Везде руины, ни одной казармы. Вот такие дела творятся в Чернорусии. А пойдемте дальше. Так, ну вот, в принципе, я добрался до острова, блин, до тюрьмы. Наконец. Сейчас я попробую на машине доехать до него, до этого острова. Не знаю, получится, нет. Машина забагованная, конечно. Патч 0.54. Еще не готовый, экспериментальный. Давайте попробуем, что тут говорит. Блин. Ой, главное не спешить, не торопиться. Поехали, короче. Я слышал, что можно доехать. А, так тут, в принципе, мелко, что ли? Смотрите. Ну, так тут не сфиг так и глубоко. Ровная поверхность практически. Да нет, даже не практически, а ровная поверхность. Тут даже лучше едет машина, чем, блин, на берегу. О, глубже становится. Тихо, главное не разогнаться. О, ничего не видать. Главное рыбок не раздавить. Так, вроде подъем пошел. Давай, 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 давай. Блин. Походу все, что ли? Сейчас найдем выход. Ёп. Поехали вон туда. Давай, 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 газу, газу. В принципе, все же лучше, я считаю. Почти доехал, чем сейчас бы плыл минут 15-10.
Сейчас, может, даже и заберемся, все нормально будет. Вон уже почти. Давай, давай, давай. Все, ё. Стой, стой. Стоять. Давай, 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 бочком. Черт. Не-не-не, стоп. Да куда ты, блин, едешь-то? Я вижу свет в конце туннеля. Блин. Вообще сюда куда-то заехал, блин. Сейчас найдем код. Давай, 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 давай. Раз, мне кажется, если сделали остров, должны сделать и лодки в дальнейшем. Давай. Черт, ну блин. Там, мне кажется, туда. Так, стоп, задний ход. Газу. Сейчас немного проедем. Или мне кажется, я зря сюда заплыл. Тут... Да, детка, я забрался. У-ху! Наконец-то, блин. Так. Ништяк. Что, я думаю, машину здесь оставить? Сам уж пешком пойду. Я вот здесь машину оставлю. Ну что ж, пойдемте посмотрим новый остров. Ну как новый, уже не новый. Был добавлен в патч 053. Так, ну в принципе вот маячок видим. Так, давайте посмотрим, что тут есть. Что тут есть такого, чего нет. Так, ну, повязок можно целую кучу наделать. Панамки пристиновские. Ну, лута, конечно, немерено. Так, что тут у нас? Куртяхи. Штаняхи, куртяхи. В общем, в принципе, почти все как обычно. Так, давайте пойдемте на основной остров. Ой, на основной, на этот. Наверх. Поднимемся. В принципе, можно было на машине бы доехать. Ну уж ладно. Пешочком лучше. Больше посмотрю, чем сейчас я на машине поеду там. Так, туда идти, не идти. Смотрите, у меня текстуры, видите, как плохо прорисовываются. Нет, не вижу смысла туда идти. Да, тоже не вижу. Хотя, вот тут новые здания какие-то, давайте посмотрим. Ну, для меня, по крайней мере, они новые. Так, FPS проседает жестко. Да нет, такое уже здание видел. Так, что тут у нас? О, пить. Ну, в принципе, мне пить-то не надо. Хотя надо. Давайте попьем. Так, что тут есть еще интересного? Может, оружие какое найду? А, да, молоток только если... Да, что тут дальше? Может, три штуки, нифига себе. Блин, думал, форма зэковская. Так. Ну, вот у нас, в принципе, ничего хорошего. В
Пойдемте дальше. Так, тут у нас что есть? Так, фигня. Куртка, рюкзак. Нет, этого мне ничего не надо. Ну что ж, пойдемте в самое сочненькое. Посмотрим уже саму тюрьму. В предыдущем патче я до нее так и не добрался, но хоть в этом добрался, в принципе. Так, сейчас посмотрим, что тут есть. Вроде пусто, ничего интересного. Надеюсь, никого я здесь не встречу. На косте, блин. Вот что там такое лежит? Так, ну все, пойдемте. Смотрите, какая красота. Скоро закат, кстати, уже. Скоро ночь. Вот тут такой мостик. Там где-то наша машина стоит. А, вон. Палочку видно. Так. Стоп. FPS что-то жестко проседает у меня, конечно, тут. Давай, давай, нормально. Так, тут у нас пусто. Давайте пройдем сюда. Тут что есть? Нет, тут ничего нету. Ну все, в принципе, вот такая вот тюрьма. Сейчас зайдем, посмотрим, что тут есть. Говорят, тут дохрена лута. А посмотреть. То давайте наверх поднимемся. Так, что тут есть? Прикольно. Это что? Полиция. О, нифига себе. А, это пистолет, автомат. Так, давай куда-нибудь его. Сюда, сюда, сюда. А это вот. А, погодите. Ну, хрен на него. Так, чё? О, ножичек. О, наточка. Так, наручников целая куча. О, нифига себе, какая кепа. Эх. Так, возьмем, возьмем. Блин, шапка, нифига не возьму. Нафиг шапку. Возьмем эту кепу. Так, что у нас тут пить? Ну это видно типа склад, да? Угу. Ну да, точно. Есть, в принципе, я пока не хочу. Пойдемте дальше. Так, тут наручники, алкоголь. А, полный комплект собрать. Тюремный. Робы. Так, тут у нас. Тихо. Не торопись, не торопись. Что я взять ничего не могу, странно очень. Офигеть, аж шлёпнулся. Одни ножички, блин. Так, тут у нас что, наручники. О, давайте. Кеды. Фигурновские. Так, тут у нас что, ножички? Ну, в принципе, вроде ничего интересного, да? Ручники, ножики. Так, это что? Блин, я думал, это щит. Фига тут аж. Кого-то за колючей проволокой аж держали.
Чё? А, это просто текстура вошла. Да, прикольно. О, столовка. Так, вроде ничего. Опять этот. Значит, это мне не надо. Ну, хотя, ну-ка, возьмем отмычки. Возьмем руки. Что, ну-ка, попробуй закрыть. Эту. Ой, ё. Все, 28-я камера закрыта. Это 27-я камера. Так, наверх не пойдем. Давайте сперва сюда сбегаем. Охота все посмотреть. Стоп, погоди. А, вот я зашел. Тут я поднялся, ну-ка. Там я был, давайте вот здесь поднимемся тогда. Так. Еще одна отмычка. Так, тут я был уже. Тут мы спустились. Вау, прикольно. Давайте во второе здание тогда зайдем. Смотрите, какой вид открывается прекраснейший. Что у нас во втором здании? Бляха, думал, обрыв. Лестница. Ладно, давайте. Тихо. Тут тоже лестница. Давайте посмотрим, что тут есть. Туалет. Ну, тут видно деревянные двери, да. Возможно, либо казарма, либо еще что-нибудь. Так. Что есть, что нет, ничего, да? Так, столовка опять же. Ну хорошо. Так, тут у нас склады. О, ну-ка. Блин, пусто. Просто ничего нет, и все. Давайте тогда вниз спустимся. Тихо, аккуратненько. Оп. Чуди как-то тут. Прикольно, ну-ка. Зайти-то можно? Нет, ладно. Так, пусто. Блин, я хочу робу все найти. Ой, это типа, что это? Типа гаражей или что? Мастерских. Тут у нас что есть? Нет, конечно же, пустяк. Так, тут видно гуляли. Что написано? Такую я уже табличку видал где-то. Так, пойдем вот тут. О, казарма. Чищ. Штаны вон только. И рюкзак, фуражка вон. Опа! Кто-то здесь был. Что это такое? Кто-то был? Пистолет возьму. Хоть с одним патроном, но все же. Либо недавно, либо давно здесь кто-то был. Так, тут у нас что? Ну, нормально. Что же получше? Так, давайте возьмем-ка. С дробовиком-то получше ходить.
за что он меня его держит. Ну-ка. Прикольно. За ручку нихера держит. Такой, блин, гопничек. Что тут интересно? Так, труба. В принципе, ничего хорошего. Вон старый компас. Пойдемте дальше. Можно пройти, нет? Да, навряд ли. Нет, тут нельзя пройти. Так, побежали. Обратно. Ну, в общем, вот такая вот тюремка. Тюрьма, так сказать. Так, стоп. А я здесь был? Все, здесь вроде не был. Так, тут у нас еще наручники, наручники. Так, да, здесь я не был. Ух ты! Как тут еда валяется повсюду. Можно объесться и опиться. Так. Штучку еды. Ух ты! Нормально. Так, тут у нас что? Фигня какая-то. Таблетки. Опять же, наручники и ножи, наручники и ножи. Где мне форму дадут? Так, давайте наверх поднимемся. Что тут у нас сверху есть? Пусто. Прикольно так-то, да? Он еще выше есть, подняться можно. Так. Четверую хаш. Так, 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 так. Пусто, блин, где же ты? Не, нафиг. О, нашел. Штаны, блин, жалко, что на 4 слота. Так, в принципе, давай. Все равно пока капюшон нельзя сделать, давайте разрежем мешок. Дескомбинировать. Так, это выкинем. Веревку выкинем. Мне двух не надо, это выкинем. Так. О! Ребята. Это сюда. А это что? Хрена. Так, и штаны давай пихнем. А, как раз штаны глаза занимаю, да хорошо. Так, это что у нас? Таблетки. Вот, штаны мы уже нашли. Осталось куртку, да? Стоп, а куда дальше-то? Выше вроде подниматься. Так, отсюда я пришел. Значит, мне надо. Так, вот здесь я еще не был. Так, с тобой я тут куда? Так, еще один дробовик. А, это уже было. Питье, еда. В принципе, тут ничего мне не надо. Что есть? Ух ты, еще. Я нашел. А, нет, полицейский. Тут я был. Блин. Давай тогда. Вот давай здесь вот сберемся наверх. Фух.
О! Это что? Блин, опять штаны. О, фуражка. Сколько оружия валяется, а? Так, давайте зарядимся, зарядимся. Сколько тут? 4, а в тот вроде 6, да, влезает? О, да, давай возьмем. Блин, надо было разобрать. Ну ладно, в принципе, пошли. Где мой дробовик? Да, сюда возьмем. Здесь еще не был. Ух ты. Камера такая. Реально наручников хищ. Да. Какой-то больно длинный у меня получается обзор, блин, тюрьмы. Ну, что, я не виноват, она большая. Так. О, Мосинка. Фига себе, даже с патроном. Не, мне кажется, давай попьем. Ой, где бутылка-то? Ё-моё, тут даже странные вещи происходят. Пойдем дальше. Сейчас, погоди. Тут я был. Тут я был везде. Тут я пришел. Вот отсюда я пришел. Так, тут выше еще. Че, еще выше? А, тут нет выше. Тогда там на идти подниматься выше. Вот здесь. Давай, не спеши, не спеши, не спеши, не спеши, поднимемся. Вау, это башня, походу. Прикольно. Сейчас. Оу. О, ё. Что-то они не берутся, блин. Форма полицейская не берется у меня что-то. Так, что еще выше? Нифига. Так, вот еще что-то. Что это, штаны? О, наша машина стоит. Ну, в принципе, вот такой вот остров с новой тюрьмой. Я думаю, тут больше уже смысла нет. Искать что-то. Смотрите, закат. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Всем спасибо, всем пока.